Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем в эпицентре Нового года на набережной в Ялте. Первый раз в жизни мы не отмечаем дома, а приехали именно в Ялту. Сейчас время 10:30. Мы прогуляемся по Ялте и встретим здесь его Новый год. Народу очень много везде. Везде бахают петарды, всякие фонтанчики, бенгальские огни, салюты. Там, когда ехали по Московской, был отряд Росгвардии, две машины встретили, по 4 человека их. Пока что на набережной, ну, я никого не вижу. Ёлка тут у нас такая красивая. Слышите петарды, да? Праздничный фонтанчик. Сейчас, видать, будет огненное шоу тут, представление. Так вот, на данный момент, как видите, то, что кто-то отдыхает, гуляет, а кто-то развлекает людей в такой замечательный вечер. Погодка у нас 13 градусов, тепла, небо почти что все чистое, осадков нету, ветра тоже нету, то есть спокойненько. Но народу очень много, я думал, будет меньше. Красиво на набережной, тут ничего не скажешь, классно. Тем более в такую погоду пройтись вообще одно удовольствие. Чувствуется такая атмосфера радостная. Жалко, конечно, то, что нет никаких ни концертов, ни представлений никаких новогодних. Ставит свое оборудование группа, которая сюда приехали. Там мы видели в начале группа Коряга, и вот здесь какие-то ребята тоже располагаются. Веселуха уже хотя бы какая-то есть. Ребята развлекаются и всех остальных развлекают. Так круто. Да, они ходят по всей набережной, веселят. И сами на позитиве. Да, они эти ароматизированные вонючие палочки китайские. А
сейчас мы подойдем к декорации, которую здесь поставили. Получается, вот этот павлин и дельфинчик. Все, думали, оставлять его или нет, но в итоге его вот оставили. Кстати, прикольно смотрится, очень даже красиво. Сразу фоткаются здесь, на этом месте, популярное для селфи и для сторис местечко. А сейчас через эту аллейку деревьев мы отправимся к дельфину, который стоит тоже, который был спорный вариант, оставлять или не оставлять декорацию. Подойдем, покажем вам ее вблизи. Около кафе «Апельсин» стоят такие олени. Но павлинчик, кстати, намного круче смотрится, чем дельфинчик. Но это лично мое мнение. Пишите в комментарии, какая вам больше из декораций нравится на набережной Ялты. У каждого по-любому есть своя любимая, которая более ему симпатична. Ну а мы будем ждать 12 часов боя курантов. Встретим Новый год здесь. Прогуляемся еще немного и поедем домой, так как завтра на работу. К сожалению. И будем отмечать мы Новый год чисто уже 2 числа. Фишки резвятся рядом с морем. Мне очень жалко сегодня собак, потому что они на каждый салют несутся с другого конца набережной и лают на него. Этот вон собака даже вон в море полезла, думаю, там петарда лежат. Не, ну это реально круто встретить Новый год около моря. Всем такого желаю, чтобы у всех сбывались свои мечты. Ну что, вот время уже без 5:12. Народ подтягивается, все подошли к морю, ждут салют. Ялта вся уже в дыму. Дымище кругом. Дымище, собачище, ну и народу тоже очень много. Будем ждать бой курантов. Кто-нибудь включит сейчас на мобилке. И будем смотреть. 3, 2, 1! Новым годом!
Это Ялта, детка! С новым счастьем всех! Ура! Ну что, теперь вы увидели, стоит ли приезжать на Новый год в Ялту и посмотреть такой шикарный салют с видом на море, на набережной, когда все люди стоят позитивные, с шампанским. Это круто! Теперь салют продолжается у кого что, кто на что гораст.
теперь эта салютная канонада будет продолжаться всю ночь до утра, пока люди не уснут. Поздравляем с Новым годом, желаем счастья, здоровья, чтобы коронавирус этот наконец-то закончился, чтобы летом приезжали отдыхать к солнышку, на море, в Крым. Все, всем удачи!